Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Турнир закончился, ребята, неделя закончилась, и мы забираем наши призы. Как видите, я нахожусь на Сёгуне, 2 звезды, это хорошо для меня. Ну а теперь смотрим, что нам здесь достанется. 7000 сюрикенов, замечательно. Кожеголовый, 30 ДНК. Ага, 80 осколков золотых и 35 платиновых. Замечательно, еще и здесь забираем. Ну что же, дорогие мои, у нас неделька новая, поэтому начинаем все с самого начала. Соответственно, мы пойдем сегодня на лигу. Потом посмотрим, какие у нас будут события. И события мы уже будем проходить, наверное, через денька 2, потому что у меня будет работа. У меня, как говорится, в эфире не будет. Ну, а пока начнем, пожалуй, именно с лиги. Так, давайте мы, наверное, здесь с вами выполним все вот эти вот задания. Пройти серию испытаний. Кстати, это надо уже, по-моему, нам сбрасывать. Но чуть-чуть все-таки мы еще здесь пошалим. Обязательно пошалим. Давай, черепашки, не подводите меня. Так, что у нас тут? Ванька, встань-ка и футовцы. Это для нас, знаете, как орешки пощелкать. Разбомбить их сейчас в данный момент. Оп. Рафик-то как приголубил одного, а? Прекрасно. А если мы вот так сделаем? Ой, а зачем я трачу? Хотя ладно, в принципе, ничего страшного, там будет еще одна волна. Я думаю, что мы с ней справимся. Не хотелось бы, конечно, терять ни одного героя, чтобы у нас все было четенько, как говорится, на 100%. Ну иди отсюда, хламон. Так, Лео, добей, добей, молодец. Красавчик ты мой. Ну-ка, а здесь у нас, ага, Тигр, Рокстеди, Бибоп и вся вот эта вот подворотня, да? Сейчас будем ее бомбить. Ага, провокации у нас нету. И я, наверное, давайте начнем с Тигра. Ой, какой ты ватненький, Тигр. А я и не думал. Вот, так, мы их замедлили. Ну, правда, мы этого не заметим. Ну, да ничего страшного. Давай вот этого вот когтями шваркнем, чтобы он там не гудел больше в дудок. В дудок, в гудок свой, елки-палки. И вот, конечно же, вертушка, ребята. Ого! Выдержали вертушку от Леонардо. Совсем, я смотрю, припухли эти братки. Ну что же, мы с вами прошли на одном дыхании, грубо говоря, да. Никто у нас не упал, не погиб, так что все замечательно. Но сбросить, по-моему, все равно, ребята, надо. Кстати, мне, наверное, надо как-то, я не знаю, то ли челлендж сделать, то ли еще что-нибудь. Пройти по максималке вот эту карту. Я еще, честно говоря, за всю свою историю игры не пробовал пройти по максимуму. Потому что постоянно я кого-то терял из героев. Ну и сами понимаете, что здесь, если кого-то уже потеряешь, вряд ли ты куда-то тут доберешься. А можно, в принципе, вот чисто серию посвятить именно прохождению вот этого вот смятения из другого измерения. Если кто за, то, ребят, пальчик вверх и коммент, тогда я все пойму и, наверное, мы все-таки когда-нибудь запилим это дело. Так, собираем, нам достается Бибоп и забираем здесь мы с вами Ревард. Так, поднимите уровень персонажа, это мы обязательно сделаем. Кстати, у меня же для вас новости, ребят, смотрите, что у меня по героям, что я сделал. Ух ты, да тут еще и кожеголовый прибавился, вот это круто, вы посмотрите. Мы сегодня проапаем, наверное, Донателло, если у нас хватит мутагена. У нас караечка тоже готова прапаться. И открывается кожеголовый. Ха-ха, ну это же великолепно, ребят. Это же просто чудесно. С кого начнем? Давайте, наверное... Ну, во-первых, я хочу открыть себе кожеголового. Есть! Ни разу у меня его не было. И читаем, что же он умеет. Ух, ничего себе, ты прям крутыш, ломаешь роботов. Одним щелчком, оп, и все. Взмах хвостом. Кожеголовый атакует врага своим мощным хвостом с вероятностью 15%. Союзники класса мощь получают критический удар на один ход. Ну, это великолепно. А здесь у нас направленная ярость. Кожеголовый обхватывает свою голову, стараясь подавить внутреннего берсерка. Оскорбляет всех врагов на один ход с вероятностью 50%. Следующая первая атака врага не нанесет ему урон. Вот так-то. Смотрите, а это что такое? Ха, кренговизация. Ладно, это мы потом, когда ребят появятся, у нас будем читать. Ну что же, с кожеголовым мы разобрались. А теперь вот здесь вот.
Слушайте, я, наверное, все-таки карачку пропою, с вашего позволения, потому что у нее будет 5 звезд. 10 тысяч мутагена мне придется на это потратить, да и черт с ним, зато 5 звезд. Ух, ребятули, и у нее новая способность открывается. Называется «Удар копьем». Карай показывает врагу, как умеет управляться с копьем. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение 2 ходов. Восстанавливается 4 хода. Шикандос. Вот так вот. Ну что же, дорогие мои, а что нужно для того, чтобы прапать? Нет, не Леонардо, конечно же, а Донателло. Всего лишь 5000 мутагена. Слушайте, я думаю, что за игру мы, наверное, все-таки сможем накопить эти 5000 мутагена. Так, ну что же, давайте мы с вами отправимся вот сюда. Кстати, за осколки мы тоже подеремся обязательно, но попозже. Сейчас мы будем искать остальные ДНК на остальных героев. Например, вот нейтрализатор. Да-да-да, он у нас, наверное, будет следующим, кто попадет на прапывание. Так, одна ДНК досталась, давайте еще нам. Ух ты, вторая. Давай третью, для счастья. Ну, да нет. Нет, никакого третьего. Так, смотрим дальше. Ну что такое, эй? Вы что, специально мне тут запарываете всю мою прелесть? Ага, выпал. Так, давай вот здесь не подведи. Вот, хорошо. Ну что, получается у нас 4 ДНК, да, мы нашли на него. Маловато, конечно, будет, но... Так, еще 7 найти. И мы его тоже, ребята, до 5 звезды золотой прапаем. Так, кто следующий у нас будет, а? Неужели это будет Эйприл? Или нам заняться змейковьюном? Вот в чем вопрос-то. Или же мутагеноидом? Слушайте, ребята, а напишите мне в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я начал искать ДНК. Змейковьюн, мутагеноид, как видите, у нас Бакстер Муха и Эйприл. Пишите, и будем все усилия бросать именно на поиск ДНК того персонажа, за которого мы проголосуем. Так, ну а пока я на свое усмотрение буду Эйприл, потому что у нее больше всего ДНК на данный момент. Так, мы еще до сих пор не выполнили задание. Давайте дальше продолжать поиски. И будем уже тогда искать... Нет, я хочу... Блин, ну мне вот нравится, например, вот лично мне по душе мутагеноид. Он сильный, он здоровый. Ну, конечно, он некрасивый, но мне почему-то он нравится. Именно как визуально он выглядит. Такая стеклянная банка с кислотными ручками и ногами. В общем, прикольный персонаж. Так, ну... С мутагеном что-то у нас как-то, ребят, не закладывается дела. 2000 только, да? Ну, почти 3, нам нужно еще 2000. Хотя, если мы сейчас пойдем с вами на лигу, мы там быстренько... Ой, пицца закончилась. Мы там с вами быстренько все это сделаем. Так, поднять уровень персонажа. Хорошо, блин, тут еще придется тратить мутаген, чтоб тебя... Возьмем тогда какого-нибудь слабенького, да, чтобы не так много нам тратить на него мутагена. Давай, вот, например, Рафаэлечка. Оп. Мало не мало, но 500 пришлось потратить, как ни крути. Хм. Так, ну что же, задание все мы выполнили здесь. Это мы все забираем. И отправляемся с вами. Погоди-ка, давай осколочки быстренько с вами пособираем. Так, мне дали Лео, Рафа. Я, естественно, беру железную голову и разбиваем этого Бакстера, босса. Пускай дает нам осколки. Ну, до 8 золотых осколков с вами доберемся, а дальше уже пойдем, ребят, с вами на лигу. Бомс, готов, хлопчик. Ха, отдыхает. Да, сегодня в лиге я хочу, ребят, дойти до самураев, наверное, 2 звезд. Вот где-то так вот планирую. Уж не знаю, как получится, но хотелось бы. Потому что меня долго не будет в игре. И мне нужно, как говорится, стартануть очень быстро. Чтобы потом с легкостью все это дело нагнать. Так, давайте-ка еще. Ну что ты делаешь, Бакстер, успокойся, ё-моё. Вот тебе от Лео пинок. Но Рафик все-таки добил. Отлично. Так, это еще, ребятушки, у нас получится один бой. И, по-моему, все. Дальше мы не сможем с вами пробраться, пробиться. Так, 16 серебряных осколочков. И вот у нас 8 золотых разыгрывается. Дальше вот, честно вам скажу, к
как бы ни старались, как бы ни хотели, не получится. Он, во-первых, там 80 уровня, а вы сами представляете, какая-то будет жесть полнейшая. Так, хорош ты, волну свою запустил. Смотри, он даже на этом уровне нам не очень-то много наносит урона. Так, Раф, вот это вот ни к чему было сейчас в данный момент. Зачем ты сделал провокацию? Я не знаю. Ну все, добиваем его, хорош с ним уже тут тютюкаться. Так, Лео делает вертушку и... Да, он убивает его именно этим спецприемом. Ну что же, а мы тогда с вами двигаемся. Двигаемся уже прямиком на лигу. И будем здесь, как говорится, задавать жару и копить тот самый мутаген. Так, еще надо посмотреть, знаете что, вот. У нас, значит, здесь испытание. Городская война, свет в темноте. Это у нас что, враги, что ли, все? Да, это все враги. Хм. Заманчиво. Так, а теперь живи долго и играючи. А тут у нас кто? А тут у нас в разнобойку все, да? Хорошо. Тоже этим, ребят, с вами займемся попозже. Ну что же, давайте, наверное, отправляться с вами уже на арену, на лигу. Так, вступай в турнир и получай. Кстати, что у нас будет разыгрываться? Ну, как я вижу, у нас будет голубь Пит. И... Так, если мы, предположим, с вами дойдем до лиги Сёгунов 2 звезды, 30 ДНК. Маловато, мне кажется. Ну да ладно. Хотя, честно говоря, мне Пит не особо нужен. Как бы я даже не совсем и рад, что он у нас появится. Ладно, меня интересует другое. Меня интересуют платиновые осколки. Все, наверное, уже это знают. Ну что же, давайте начинать. И тут у нас... А тут, в принципе, любой сгодится. И я выбираю вот эту команду. И, конечно же, мы с вами идем назад к самым... Ой, подожди-ка, а может быть нам прапать нашего кожеголового? Давайте-ка мы так, пожалуй, с вами и сделаем. Ему нужно немножечко всего лишь дать уровней, чтобы он хотя бы у нас сыграл. Так, где ты у нас? Давай-ка, покажись, кожеголовый. Так, вот он. Морозильная кошка у нас... Кстати, мы морозильные кошки можем что-то с вами изучить. Так, навыки, давай, кожеголовый. До какого тебя уровня-то поднять? Блин, я весь мутаген, ребята, слил. Ё-моё, блин. Ладно, пускай он будет, ага, 18 уровня. Даже если я сейчас захочу что-то ему улучшить, у меня на это не хватит мутагена, да ведь? Так, ну-ка глянем. Ну, давай, предположим, я вот это вот сделаю. Не хватает, а вот это вот... Нет, вот здесь хватит. Давайте улучшим до второй ступени. И все, мутагена больше нету. Слушайте, я надеюсь, они вообще хотя бы у меня здесь могут выстоять. Я имею в виду и морозильная кошка, и кожеголовые, и все остальные. Так, ладно. Давайте тогда выберем с вами... Так, тут 20 уровень, 19, это слишком сильный. А можно обновить мне команду? Вот, вот с ними мы с вами поделимся. Так, и выбираем мы наших героев. Так, это будет морозильная кошка с тремя звездами 17 уровня, кожеголовый и 20-уровневый Рокстеди. Все, поехали. Должны справиться с ними. Мы же не лузеры, ведь так? Так. Меня здесь единственное смущает, это вот Бибоп. Так, что ты делаешь, а? Что ты делаешь, Микеланджело, успокойся. Да ёпросте, вот. Вот он, своим лазером противным. Ну-ка, давай проверим. Вот эту вишенка на торте. Так, мы ускорились. А теперь, наверное, мы с вами будем брать. Хотя нет, провокация здесь, наверное, не нужна. Или нужна? Так, карайка. Слушай, давай, наверное, начнем с Микеланджело. Во! Так, добьем? Нет, не добили. А теперь... Отлично. Так, дальше я начинаю вот этого Бибоп. Фу, да он вообще ватный, все, ему хана. И, конечно же, карайка. Я думаю, у нее шансов нету. Что бы она тут ни делала, как бы она тут ни выделывалась, мы все равно ее сможем, ребят, победить. Да. Слушайте, ну, неплохо, неплохо. По крайней мере, я вот этих вот слабеньких, новеньких своих героев реализовать смог. И это уже большой плюс нам в копилочку. Двигаемся, конечно же, с вами дальше. Воин 2 звезды, кто бы сомневался. Продолжаем и смотрим, кого нам здесь выдают. Так, берем, наверное, мы с вами вот этих вот героев, да? Это у нас Юрос. Ну что ж, Юрос, давай с тобой немножко
поспарингуем. Сейчас я только подберу командочку для тебя. У меня уже 20 уровни пошли, а у вас только лишь 17 и до 15. Ну что же. Как-то помню, я и 17 и 15 проигрывал, будучи 20 уровнем. Да-да, все зависит от того, какие у них, ребята, звезды. Если золотые, то, соответственно, у них уже и суперудары прокачаны сильнее. Воу! Слушайте, хорошо, мы сейчас бомбанули, да, Кирби? Он даже пикнуть успел. Только бы Пита меня не убили бы. Вот что меня сейчас интересует. Смотри, Бибоп против Бибопа. На-ка! Ну, отомсти. Ну что же это за жидкие такие удары? Давай, Пит. Вот так своими крылышками помахал. У него, кстати, крылышки такие странные, да? Всего три пера. Я бы даже не сказал, что это крылья, это какие-то у него ручонки. Так, ну что, на какую позицию? Ох, даже на Воин 3 мы уже попали. Ну что, неплохо мы идем с вами. Очень неплохо. Так, и приступаем. Смотрите, уже пошли 20-е. 20 уровень во все пошли. Тогда я выбираю вот эту вот команду и переходим к своим малышам. Так, ну, где же вы тут, малыши? Вот, у меня здесь, значит, Микеланджело, Рафаэль, точнее, Леонардо, Рафаэль и Кирби. Слушайте, хотелось бы, конечно, выиграть всю вот эту игру, ребят, без потерь. Хоть раз в жизни, ё-моё. Будет такое счастье или нет, чтобы вот всю игру пройти без потерь? Так, а ну-ка давайте-ка мы с вами, ребята, бомбочку вот эту вот бросим, а? Получите. Вот так вот вам всем. Им надо нам уничтожать. Слушайте, тут много кого надо уничтожать. Тут и Бакстера желательно бы подбить, потому что он у нас лекарь. Тут надо и Криса уничтожить, потому что он у нас бафает противников. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, по крайней мере, он в данный момент не сможет никого проапать. Ой, проапать, подлечить, потому что нет у него такой возможности. Видите, заблокировано. Или есть? Сейчас посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки он умудряется, ребята, это сделать. Но в любом случае... Так, тут у нас еще этот. Не забываем про Бакстера. Да что ты так бьешь-то? Я не знаю, ребят. Надо лечиться, скорее всего, да? Давай подлечимся, фиг с ним. Потому что я не уверен, что вот этот сейчас не чуданет у нас. А он чуданет. Видите, что он делает? Что он вытворяет? Зачем нам Крис? Хотя давай Криса добьем. Он тоже здесь противный. А ну-ка. Почему мы такие слабые? Я не понимаю вот этого. Во, уничтожили. Так, а вот теперь уже будем с вами Бакстера уничтожать. Надеюсь, у него нет там маузеров или волны. Так, тихо. Не буянь, не бутусь. Ну что вы как эти-то, как ватники? Давайте нормально удар... Во. Так, остается Макман, но не забываем, что этот персонаж... Ого, может встать в стойку провокатора и все, и хана будет. Так, вот, Микеланджело молодец. Вдул ему по полной программе сейчас, да? Так, ну-ка давай. Кирби, ты вообще, ты ватник, вот честно скажу, ватник в плане ударов. Е-е-е, вот это сейчас было круто. Нежданчик, просто расстреляли мы этого Макмана. Ну, как я вам говорил, определенные герои могут усиленно атаковать других и также могут падать от других. То есть у кого какая стихия. Так, ну что же, у нас с вами Лига Элиты, одна звезда, а мы с вами продолжаем. И тут уже довольно серьезные пошли персонажики. Я буду драться, пожалуй, вот с этими. Да, 22-е, 23-е уровни. Слушайте, а мы случайно с вами не отстаем ли, а? По планочке-то. Да нет, по-моему, мы идем как раз нога в ногу. Ну что же, хотелось бы, конечно, выиграть. Мне кажется, здесь кое-что нужно нам исправить. Я уберу так и поставлю... Нам нужен здесь сильный персонаж. И возьмем-ка мы с вами... Я даже не знаю, кого взять. Сплинтера? Нет, Сплинтер слишком круто будет здесь. Давайте я, наверное, возьму Армагона. Да, вы скажете, а что такого? Че, у него там типа три серебряные звезды. Сейчас, ребят, посмотрите. Вот так вот мы сейчас сделаем для начала и посмотрим, сколько... Ай-яй-яй, ну зато атаку понизили. А этот ускоряется, да, значит? Ускоряет и делает мощную атаку. Ого, мне вот это не нравится, ребят. Надо кого-то нам... Давайте Эйприл. Эйприл, давай Эйприл уберем. Попробуем брать, не получилось. А если вот так мы по ней сможем подбить? Вот и хорошо, вот и отлично.
Так, железная голова делает оскорбление, соответственно, он становится таунтом. И нам придется теперь его разбирать. Они хотят мне Лео, ребята, по-моему, уничтожить. Ну, давай, Армагон. Вот так вот, замечательно. Да что ж вы будете делать с этими аглоедами, а? Атакуют и атакуют. Да успокойся ты. Все, я не могу на это смотреть, надо убивать быстрее. Так, и, соответственно, Карайку тоже. Есть, отлично. Я уж думал, сейчас Леонардо мы с вами потеряем, но нет. Нет, постепенный урон убил Карайку, поэтому мы с вами продвигаемся дальше. Так, мы с вами до сих пор еще в элите, но уже третья позиция, соответственно, через раунд мы перейдем в элиту 2 звезды. Ну, а пока определяемся с выбором персонажей, я думаю, что надо брать вот этих вот. И, кстати, вы заметите, что мы уже с вами отстаем очень сильно. Потому что здесь уже 26 и 27 уровни, а у меня 25. То есть, преимущество у врага. Надо нам брать такого героя, который мог бы нам помочь. И я думаю, что в этом деле нам поможет... Нам в этом деле поможет Змейка Вьюн. Да-да, именно он своей массовой атакой должен нам здесь очень сильно подсобить. Зато смотрите, у меня в отряде два Рокстеди. Ну что, вот он и массовый удар. Ага, теперь главное не дать Питу. Не дать Питу, ребята, сделать хилку. Так, уничтожаем. Давай вот так вот сделаем, попробуем. Ну-ка. Ай, почти, но... Так, мы можем сделать с вами провокацию. Не надо мне никакой провокации. Давайте так уж напрямую будем бомбашить. Так, Пита нам нужно сразу ликвидировать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Черт подери. Вот это, ребята, может быть роковой ошибкой. Это может быть роковой ошибкой. Так, давайте мы Карайку, наверное, с вами уберем отсюда. Фух, повезло-то нам как. Пробьешь, а? Нет, не пробил, а ты? Ну, Змейка Вьюн, естественно, у него 41 уровень. Он смог нам помочь в этом деле. Замечательно. Пока идем ровненько, без потерь. Тьфу-тьфу-тьфу. Элита 2 звезды. 46-я позиция. Хорошо идем. Так, поехали. И нам надо выбрать. Кого же выбрать-то? Ха-ха. Давай вот этих вот ребят, да? Давай вот этих вот ребят выберем. А кстати, кто-нибудь хоть раз видел в видосике себя, чтобы я с ним дрался? Если да, ребят, то напишите. Будет прикольно, если я с кем-то из подписчиков дрался. Так, начнем. Так, вот здесь вот и Гекка, и Пит. И все-все-все, да? Начнем, пожалуй, мы с вами с Гекка. Я не хочу, чтобы он ускорял свою команду. Да чтоб тебя, он все равно успевает. Да что ж мы так мало-то ему урона наносим. Я боюсь, ребят, мы здесь... Ага, если вот так вот мы сделаем. Вот. Укрепились, усилились. Так, ну и пускай тратит свою хилку эту. А мы с вами продолжаем. Давай-ка я, наверное... Слушай, Гекка уже не актуален. Нам вон тот нужен парень. Нам нужен вот тот пацан. По-моему, ребят, тут очень паршиво идут дела. И вряд ли я смогу с ними тут справиться. Да что ж ты, вы такие сильные-то? Ты посмотри, что они творят. Сейчас будут разбирать, ребята. Ой-ой-ой, у меня хила нету. Хила у меня здесь нет. Хотя вру, есть у меня хил, но он слабенький, поверьте мне. Он здесь не сможет захилять. Эй! Ты посмотри, что творят, а. Пит тут еще выеживается. Ну-ка, давай, Шреддер. Минус. Так, давай теперь, наверное, мы с тобой возьмемся за Пита. Ой, Пит ватный, это хорошо. Ну-ка, добьем мы его. Да, что-то не смогли. Ой! Все, по-моему, мы сейчас с вами потеряем Микеланджело, да? Если отхилимся, конечно, хорошо, то нормуль. Ну, хиляемся мы слабенько. Эй! Больно-то как бьет. Ну, уничтожим. Так, Пит упал. Слушайте, нам нужно... Я не знаю, тут и Макман сильные. Да не все тут сильные. Ну, Доник получает у нас потихонечку. Ну, давай. Кидай свою гадость. Слабенько как-то ударили мы. А ну-ка. Почему вы такие ватные? Я никак не могу вот этого понять. Ну, да что ж такое. Даже Шреддер все-таки хотят уничтожить. И да, не получилось, ребятушки, у нас с вами пройти пока еще ни одного раунда, чтобы мы не потеряли
персонажа. Ни одной игры такого не было, чтобы все было идеально. Я никак не могу понять, почему мы не можем им хорошенько дать взбучки. Вроде бы уровень у нас практически одинаковый, да, но мы такое впечатление, что бьем, знаете, как будто у нас ватные кулаки. Мы не наносим урона им. Вообще, не, ну что это, по 308, это вот смотрите, я разбирал сейчас только что Макмана. Сколько у меня персонажей сделало ударов, чтобы его убить. А он бы меня уже давно-давно похоронил бы, если бы бомбил бы сейчас с такой же периодичностью, как и мы. Есть только один вариант, что нужно им прокачивать суперудары и навыки ихние. Только за счет них мы можем с вами разрулить. Ну что это? Ну, смотри. Офигеть, одного гека разбирали тут полдня. Да, ну, как-то вот все руки у меня не доходят искать на них нужные элементы, чтобы прокачивать им навыки. Ладно, одного бойца потеряли все-таки мы. Но зато мы в элите трехзвездочной и будем приступать. Так, давайте приценимся, кто у нас тут. И я вижу неплохого песика. Давайте, наверное, будем с ним драться. Или погодите-ка. Нет, я лучше вот с этими ребятами подерусь. Да-да-да. Это какой-то у нас Клемент. Давайте с Клементом подеремся. У него 33 уровень, да? Это максимальный. Хорошо. Блин, хорошо-то хорошо. И в то же время ничего хорошего. Ну что же, на этот раз мы будем с вами немножечко умнее и возьмем Карайку. Да-да, именно Караечку. Я надеюсь, сейчас мы быстренько с ними разберемся. Так, Карай, давай свои кунаи. Оп. Да что ж такое-то, никто не упал. Давай мы с тобой вот так вот сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было плохо, это было больно. Да ладно, у тебя суперудар уже есть. Ой. Ай. Так, что ты? Ой, он укрепил свою команду, ребята. Нам нужно с вами убирать, а кого? Давайте начнем. Слушай, Крис. Сейчас будет атаковать Крис. Нам нужно, во, мы ему понизили атаку, а мы его вообще сейчас убьем. Три. Нет, не получилось. Ну давай так попробуем, хоп. Так, Гека, что ты выделываешься? Что ты тут выделываешься, скажи-ка мне. На милость, он скорость повысил? Да, он взял просто и повысил скорость. Шреддер сейчас будет ходить. Бум, почти, ребята. А если вот так вот? Да ладно. Он хиляет, он хиляет. А как он мог? Как он выжил-то? Твою ж дивизию, а ты посмотри. Ёлки ты палки, ну что за... Что за подвох, а? Второго бойца, ребят, мы с вами потеряли. Соответственно, опять мы с вами получим мало бонусов. Да как же так происходит-то у нас все? Я вроде бы все хорошо делаю, все нормально. И все равно кого... Вот они берут на прицел одного, да? И вроде бы хиллер есть, но он такой слабенький, что он просто не может выхилять наших бойцов. И меня это расстраивает. Да. А для этого я взял Карайку. Я думал, что Карайка своими кунаями хотя бы, ну, двоих-троих положит. Но почему-то этого не вышло. 545 мутагена всего лишь с вами заработали. И на 35-ю позицию мы с вами приземляемся. Не знаю, как там у нас сегодня с самураями завяжется. Наверное, я погорячился. Но сдаваться я не намерен. Поэтому я, наверное, буду вот с этими ребятами драться. Так, какие у меня там... Слушайте, ну смотрите, у меня бойцы перегоняют уже. Я только 30 уровень беру. А он уже на 32-х, 36-х. Так что давайте мы сделаем, наверное, вот так вот. Да, мне придется брать своих сильных персонажей, чтобы за счет них вытягивать своих малышей. Другого варианта я не вижу. А ну-ка, бомбочка от Зека. Ох ты, вот это он бомбанул. Вот это Зек ты дал. Одной бомбочкой практически всех. Ну правильно, он 70 уровня, что вы хотели. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше. И мы попадаем с вами в самурай. Одна звезда. Ну что же, вроде бы неплохо. Вы не забывайте, что у меня 5 откатов. Если я буду брать сейчас все эти 5 откатов Леонардо, я, наверное, и буду брать. Поэтому будем брать с вами самых максимальных чувачков. Да. И начнем мы вот с этих.
Лео, пошли, пора малышей, как говорится, вытягивать из болота. Раз, два, три. Все, он сейчас будет просто-напросто с одного, со своей вертушки, с одной, вытаскивать всю нашу команду. Старый рейвский способ. Поехали. Ну вот, ребята, о чем я вам говорил. Сейчас мы будем получать бонусы в полном комплекте. И, в принципе, очень быстро с вами доберемся уже до верхушек. До самых-самых верхушек. А верхушками я имею в виду там самурай 3 звезды или что-то в этом роде. Может быть, даже сёгун. Но в сёгун один, в сёгун одну звезду я еще не заходил. С первой попытки, с первого боя или с первого посещения Лиги самураев. Так, ладушки. Где у нас тут самые-самые такие крепкие? Я смотрю вот по звездам. Ну вот, по-моему, он звездатый чувак. Поэтому давайте-ка начнем мы с него. Давай опять малышей будем вытягивать. Ох, не повезло же вам. Да, да. К вам пришел Леонардо. Только Леонардо у меня в данный момент тут разруливает всю эту кабалу. Чикс. И отдыхают. А эти радостные ни удара не нанесли, такие довольные, счастливые. Так, пока все хорошо, ребят. Мы с вами добираемся до того, что будем получать скоро 1000 с лишним мутагена. И, возможно, сегодня мы Донателло с вами все-таки сможем проапать. Вот, вот этих вот орлов нам нужно с вами забомбить. Кстати, уже не так и много осталось у нас. Хотя нет, еще достаточно. О, крип. Давайте. Можно сказать, да, так неинтересно играть. Так вот как раз, ребята, интересно играть. Потому что все равно вот эти вот уровни, они проходящие. Самое интересное становится, когда мы доходим до своего уровня. И вот там уже начинаешь чесать репу и думать: блин, как же одолеть того или другого противника. А тут можно на одном дыхании. Видите, самурай 3 звезды. Офигеть, уже самурай 3 звезды. Что это мы как-то с вами рванулись жестко. Ну, в этом и есть вся прелесть. Так, давайте-ка возьмем Джастина и вот этих вот ребятулечек. Поехали. Ой, какой счастливый. Так, ну что же. Давай, Лео, выходи, покажи им. Оу, Донни выжил. Как ты умудрился выжить против вертушки-то от Леонардо? Смотри-ка, а. Жук хитрый. Ну, ладушки, мы с вами на какую позицию сейчас упадем? 30-ю! Ничего себе, так мы сейчас в сёгун заберемся, ребят. Как пить дать заберемся. Ну-ка се. Давай, давай, где у нас тут наши герои? Вот, поехали. Какой там, кстати, уровень героев вражеских? Я что-то не обратил внимания, поспешил. Знаете, когда у тебя Леонардо ходит первым, ты как-то не обращаешь внимания, какой уровень у твоего оппонента. Потому что они все падают. А мы сейчас посмотрим, здесь же покажут. Ну-ка. О, 970 мутагена. Был 47-й, 46-й уровень. Отлично. Ребята, вы не поверите, мы с вами в сёгунах. Угу. Но я вам скажу другое, что неделя только началась, и ребята начинают только просыпаться, заходить в игру, воевать. Соответственно, меня за эти два дня скинут. Может быть, даже где-то в самурае 2 звезды. Я этому не удивлюсь, если честно. Просто будет немножко обидно. Ну что же, давай, Лео, твой выход. Ты же знаешь прекрасно, что здесь будешь рулить только ты. Ты здесь фаворит. Нати. Ой. Ой, а как так получилось? Эй! Хорош! Буянит-то мне здесь. Сейчас кого-нибудь накроют, да? Ну, Бакстер, как всегда, ватник ватником, я не знаю. Ну, блин! Так, давай волну смертельную. Ну, хорошо, здесь у нас удалось все-таки их пробить. Что-то как-то уже тяжеловато. Хм, 46 уровень всего лишь был. А мы уже не смогли и так легко и безмятежно проходить. Ладушки. Че, мы так с вами сейчас до сёгуна 2 звезды дойдем, что ли? Что-то мне вот кажется, что так и будет. Ага, выбираем, значит, здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятулечки, все. Все, больше у меня не осталось героев. Так, погоди-ка, я лучше возьму Криса.
Я возьму Криса вместо... Вот так вот. Да и у нас тут остается только лишь Тигр и Рахзар. Они неприкаянные, блин. Жалко, я не смогу их реализовать. Печалька какая-то, блин, они у меня так и зависли даже. Ай, ладно. Ну что, ребятушки, давайте. Вначале мы сделаем себе защиту. А теперь вот так вот. Массовый крик. Крик души. Да-да-да, ой-ой-ой, тихо. Не надо, чтобы мне нейтрализатор падал. Я этого не позволю. А вот давайте-ка так вот. Как вам бомбочка, а? Что? Бибопчик, хорош ты уже. Все, отдыхай, малыш. Толстопузик. Ну что, ребятульки, вот как-то так мы сегодня с вами сыграли. Сейчас посмотрим, мы попадем все-таки в сёгуны. Ну? Нет. В сёгуны две звезды, к сожалению, не получилось, потому что не хватило буквально чуть-чуть. Чуточку. А так бы у меня был рекорд, что за то, что как мы только начали играть, я сразу же попал в лигу сёгунов. Такого еще ни разу не было. Да. Ну что, у нас с вами, по-моему, больше ничего не осталось. Подожди-ка, вот это вот мы с вами... Кстати, у нас мутагены, смотрите, 10 тысяч. А это о чем говорит? Да-да, правильно, ребята, о том, что мы сейчас с вами сможем прапать нашего Донателло. Так, забрали. Ну, Донни, добро пожаловать. Вот так вот, ребята. 4 серебряные звезды, и у него, получается, открывается новый навык. Измеритель. Дон полагается на свои научные знания. В начале хода есть вероятность 10% усилить защиту от воздействия союзников на 30% в течение 2 ходов. Нормуль? Нормуль. Так, и что же у нас тут? Больше все, ничего не можем сделать, да? Да, больше мы ничего, к сожалению, сделать не можем. Ну да не беда, ребят. Серии у нас еще много впереди, так что все это успеем с вами наверстать. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи, всем хорошего настроения и до новых скорых видосиков.